тоже был свой музыкальный коллектив, и он играл на гитаре. Я попросил: «Пап, научи меня играть на гитаре, покажи мне хотя бы парочку аккордов». Первый мой аккорд я поставил ля минор. Вот он. Сейчас. Потом я начал учить другие аккорды. Я сейчас во втором классе учусь. Ко второму классу у меня накопилось немного опыта, можно сказать. Я решил себя проверить, записал видео и отправил на поколение онлайн-бенд. Там было очень много, конечно, народу на концерте на самом. На репетициях у нас было человек 5-6. Сегодня мелкий дождь идет с утра. Как только в первый раз увидел ребят, я еще не знал их имен, но мы очень быстро сдружились. Самый первый человек, с которым я там подружился, это был наш барабанщик. Его зовут Никита, ему 11 лет. Сильно, что меня поразило, это то, что это видео. После участия я решил то, что я ни в коем случае не буду останавливаться. Это еще взята еще одна ступенька в достижении своей цели. Научиться хорошо играть на гитаре, стать знаменитым, заработать на этом денег и открыть свою реп-точку. Я еще подумал то, что мне одной гитары недостаточно. Мне нужно еще и играть, и одновременно петь. Поэтому со следующего года я планирую заняться еще и вокалом.